Друзья, мир вам! Приветствую каждого из вас! Хочу сегодня поделиться словом, это второе послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Хочу сегодня начать от обратного. Я уверен, что желание, мечта каждого из нас, чтобы сам Бог любви, Он пребывал в нашей жизни, Он наполнял наши дома, наши семьи, чтобы Он в каждом шаге был в нашей жизни, потому что это наша нужда, наше желание. Я рекомендую каждому из вас просто вернуться к тем ступеням, о которых Он говорит. Он говорит, радуйтесь, развивайтесь, поддерживайте друг друга, будьте в единстве, будьте мирны. То есть, другими словами, ищите позитивного, ищите то, что объединяет. И Он обещает, что в таком случае Бог будет вместе с нами. Поэтому просто берите, изучайте это, и Бог да благословит наши дома и наши семьи во имя Иисуса. Аминь.